приветствует вас всех на 6-м открытом международном театральном фестивале имени Анатолия Дмитриевича Папанова. И сегодня, 31 октября, у нашего земляка Анатолия Дмитриевича Папанова день рождения. И поэтому я хотела бы, чтобы все аплодисменты зала прозвучали в честь нашего земляка. А пока для всех вас сюрприз. Замечательный подарок от Московского музыкального театра для детей и юношества на Басманной. Вы готовы? Да. Вы готовы? Да. Итак, комедия «Фарс». Здравствуйте, я ваша тетя. Лично ей. И сразу же принеси ответ. Сразу же? О том, что я хотел бы жить слегка повеселей, могу пропеть я тенором и басом. Зовите бабсом. Я бабс, все эти сказано, друзья, я бабс. Клянусь
сон не мог, это я. Не на разряд припаться, вы подарите папса, и я юлюсь, как пуля из ружья. Я папс, здрасте, я папс, здрасте, я папс. Здрасте. Ко все студенты я науку грызть охоты что-то нету, но с сыном не друзья, все больше нравится, и я люблю овации, поклонниц и букеты. Я вас все этим сказано, друзья, я вас клянусь вам небо. Не надо зря трепаться, вы подарите папса, и я люблюсь, как пуля из ружья. Я папс, здрасте, я папс, здрасте, я папс. Здрасте. Мы часто репетируем, уж так заведено. Традиции. А после пьем шампанское, и знаете, оно шампанское вкуснее репетиции. Я вас все этим скажу, друзья, я вас любимый сном небо. Ты только посмотри, кто тут появился. А по-моему, это наш друг лорд Фрэнкерт Баберли. Неужели он собственной персоной? Говорят, он учится в Оксфорде уже лет 10. Или 12. А все из-за того, что гораздо чаще его можно увидеть на сцене нашего театра, а не на лекциях. Зато его преследуют толпы поклонниц. Или их мужья. Разве могут эти скучные обыватели понять душу артиста? Привет, меня! Вам телеграмма из Лондона. Это от моего дяди. А этот джентльмен. Ответ на ваше письмо. Ну-ка, посмотрим. Подожди, я. Чек. Они придут! Они придут! Ура! Надо предупредить Браффета, раз Браффет! Если вы звали меня, джентльмены, то не стоило так напрягать связки. Я прекрасно вас слышу, даже из кухни. Браффет, приготовьте завтрак на 5 персон, ровно в чашу. Вряд ли это возможно. Уже половина первого. Что? Без возражений! Приготовьте во что бы то ни стало. Что с твоим дядюшкой? Полный порядок. Он разрушил все мои планы на сегодня. Ага, соболезную. Постой, а ты куда? Позавтракай с нами. Да ты что, дурак, что ли? Зачем он нам нужен? Видишь ли, пока мы будем объясняться с девушками, кто-то ведь должен занять твою тетушку. Ты гений? В самом деле, Бабс, сегодня приезжает моя тетушка, она очень хочет с тобой познакомиться. Твоя тетушка? Да, прелестная женщина, вдова и миллионерша. Мы хотели было позвать Фредди Пиля, но потом раздумали. Ваш Фредди Пиль дубина. Единственное, что он может, это напугать прелестную миллионершу. Как ее зовут? Донна Люсия Дальвадорос. Звучит, словно марка автомобиля. Видишь, Бабс, ты само остроумие. Бабс, ты просто уморишь со смеху мою тетушку. Ну что тебе стоит позавтракать с милой старушкой? Старушкой! Может быть и нет, я не знаю, я еще ни разу ее не видал, Бабс. Ну уж нет, я ухаживаю только за молоденькими, прощайте. Постой, дай договорить. Ну о чем тут говорить, миллионерша и вдова, ну разумеется, молодой не будет. Да нет,
Мы ждем завтрака еще двух. Молоденьких, барышек. Да, Бабс. Хорошеньких, Бабс. Очень. Ну теперь мне все понятно. Каждый из вас возьмет себе по барышням, а я возьмусь со старухой. Вы глядите принцами, счастливые друзья. Но у меня есть принципы, им буду верен я. Себя менять не стану я во имя всех святых. Будете правы. Себя меня не стану я во имя всех святых. Люблю вино я старое, а женщин молодых. Помочь нам как друг. Бабс, как почти, что старший брат. О, это уже интересно. Что случилось? Мы влюблены. Оба сразу. Бабс, ну это не смешно, Бабс. Они прелестны. И чисты, как ангелы, Бабс. Да, Бабс, ты сам нас поймешь, когда их увидишь. А вы уже с ними объяснились? В том-то и дело, что нет. Но если ты поможешь нам с тетушкой, мы сделаем это. Сэр, лорд Фрэнкин Паттерли, и представил вашего театра, прислал вам ваши костюмы и просил их вас сразу же примерить. Вдруг что-то придется перешить. Эта милая леди оставит их в вашей комнате. Благодарю вас, Бабс. Бабс, ну какие еще костюмы? Женские! Завтра мы начинаем репетировать благотворительный спектакль. Так ты позавтракаешь с нами или нет? К сожалению, не могу. Сегодня по просьбе моего дяди я должен встретиться с одним очень важным для него клиентом. А нельзя сказать, что ты заболел? Или что-нибудь в этом роде? К сожалению, это исключено. Ну, эгоист! Ты не стал бы так упираться, если бы ты знал, что такое любовь. Поверь мне, Чарли, я знал. И много раз. Вот что нам теперь делать, Джек? Ладно, придется выкручиваться самим. Переодевайся, езжай на вокзал и вези свой старый хлам сюда. Какой еще хлам? На твою тетку. Давай быстрее, пока позаботишься о завтраке. Пришел ваш отец, сэр. Полковник Честей. Застал меня врасплох. Здравствуй, отец. Откуда ты? Я из Лондона. И кое-что тебе привез. Да.
А именно? Твои многочисленные счета. Кстати, они мною оплачены. Нет, я не сержусь на тебя, мой милый. Но у меня есть для тебя одно неприятное условие. С этой минуты тебе придется экономить. Экономить? Да, мой милый. Со смертью брата я получил не только фамильный титул, но и все фамильные долги. Долги? Вот именно. Если не начать экономить, то к окончанию Оксфорда ты будешь добрым, милым, воспитанным, образованным, нищим! Вот это да. Значит, мне не видать Китти? Что? Ничего, я рассуждаю вслух. Но не будем терять надежды. Я решил подобрать тебе отличное местечко. Где-нибудь на Ближнем Востоке. Значит, матерная перспектива. Ну, кстати, не такая уж и плохая. Там сейчас воюют. А война всегда способствует карьере. Я как-нибудь проживу. Извини, отец,
сейчас меня больше волнует мое отчаянное положение. Видишь ли, я влюблен в очаровательную девушку. Ее зовут Китти Веден. И сегодня во время завтрака я хотел сделать ей предложение, но теперь без денег я не имею на это права. Без меня, чертенок. Так значит, ты говоришь, что тетка Чарли богата, миллионерша? Решено! Я сегодня завтракаю вместе с вами. Спасибо, отец, спасибо! Постой, а где твои вещи? В гостинице. Тогда поезжай скорее в гостиницу. Хорошо. Принарядись в день цветов в петличку, это омолодит тебя лет на 10. Джек! И кто знает, может быть, когда ты ее увидишь, она тебе еще и понравится. А все может быть, мой мальчик. Все может быть! А дурмач! Брасик, добавьте к завтраку еще один прибор. Смею заметить, сэр, если число гостей к завтраку будет расти и дальше, то я бы советовал бы вам перейти в ресторанчик у реки. И к тому же у нас опять не хватит ни шампанского, ни коньяка, да, ни шнапса, ни грапса, ни бабса. Ничего у нас не хватит. Джек! Что еще случилось? Это ужасно! Она не приедет! Кто? 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 Что же делать-то? Черт! Вас держали в Лондоне. Буду несколькими днями позже. Любящая тебя тетя Донна Люсия Дель Вадорес? Это невозможно! Она нужна нам! Телеграфируй ей! Ну, уже поздно, Джек! Ну, пойми, если ее не будет, то девушки не останутся у нас завтракать! Ну, они уже идут! О, боже, у нас нет тетки, еще ничего не готово! Это катастрофа! Мадам, вам еще что угодно! Бабс? Бабс? Ну как я вам, ребята? Тетка! Она уже здесь. Она еще не приехала. Но нам нужно, чтобы вместо нее кто-нибудь был. Бабс, соглашайся, умоляю. Ну! Да ни за что! Стой! Тоня, как вам тебя пропустить? Если тебя помогла, то больше девушек? Соглашайся, бабс, умоляю, соглашайся. Да я не хочу быть тюрьмой, не ради вас, не ради кого-либо еще. Ах, вот как, значит, я ради тебя мог врать декану, что ты лежишь дома с температурой, когда ты на озере обнимался с ее женой, да? Да и мы тебя всегда прикрывали, бабс! Ну, ну, хорошо, что я должен делать? Ну, будь его теткой! Теткой! Давайте, тетя. Брасов, пригласите девушек в гостиную. Милые леди, прошу вас. Милые леди, здравствуйте. Мы даже не знаем, как отблагодарить вас за ваше любезное внимание. Ну что вы. Ваше приглашение было так мило. Ой. Вы даже не представляете, с каким нетерпением мы ждали вас. Хорошо еще, что дядя уехал сегодня в Лондон. Да-да. А то бы он нас ни за что к вам не пустил. Джек, а где же тетя? А что ваша тетушка, мистер Уайт? Она уже приехала. Если нет, то ведь мы не сможем здесь дольше оставаться, не так ли, Эмми? Да. Это было бы неприлично. Неприлично? Неприлично! Чего неприлично? Она просто изнемогает от желания увидеть да, вас. Да, она здесь. Да. Позвольте вам представить. Донна Люсия Дель Вадорес, моя тетушка из Бразилии, мисс Пэтлик, мисс Веден. О, ну очень приятно. Хорошую же вы со мной сыграли шутку, нечего сказать. Донна Люсия, да. Мы немного опоздали, потому что хотели поднести вам эти цветы. О, нет, какая милая, что же мне с ними делать? Не выход. Наверное, было для вас очень утомительно. Отличное путешествие! Конечно же, тетя! Вам ведь пришлось пересечь океан! Да-да! Знаете, очень утомительно! Но чего только не сделаешь ради греча любимого племянника! Он тоже вас любит! Он так благодарен вам за все, что вы для него делаете! Да, я это уже заметила. Милая Китти, я
Я не могу забыть тот вечер 3 дня назад. Нашу прогулку под руку. Это был счастливейший вечер в моей жизни. Как вы поэтично сегодня настроены. С вами я не могу быть другим. Мне приятно это слышать. А вот мой опекун считает, что каждый мужчина старше 6 лет представляет для девушек опасность. Как же хорошо, что мы можем еще с вами сегодня поговорить. Вы ведь завтра уезжаете в Шотландию. Да, дядя возит нас в горы каждое лето. Там так скучно. А здесь гораздо веселее. Не правда ли, Энни? Ой, прошу прощения, но я, кажется, так увлеклась цветами, что не ухнула глубже, чем следовало. А позвольте, я поставлю вазу. Да, пожалуйста. Дона Люсия, да. А вы никогда не были в Шотландии? Тетушка всегда жила в Бразилии и больше нигде не была. Вероятно, потому что жизнь в Бразилии гораздо веселее. Разве не так, Дона Люсия? Конечно, да нет. Расскажи о Бразилии. Не сиди. Ничего не могу вспомнить. Там копейные плантации и дикие обезьяны. Ах да, вспомнила. Это очень, очень веселая страна. Там повсюду кофейные плантации и много-много диких обезьян. Я там веселилась с утра и до вечера. Мистер Честер!
Черт! Где эти дрянные девчонки? Не кричите! Вы не владейские, что вам угодно! Мне угодно видеть мистера Честера! Где ваши манеры, пьяница? Снимите шляпу, когда разговариваете с дамой! Извините, мадам! Так-то лучше! Где мистер Честер? Я должен немедленно видеть этого джентльмена! Это невозможно! Кроме меня вы здесь никакого другого джентльмена не увидите! Что? Вы же хотел сказать? Не морозьте мне голову, мадам! Я видел, как сюда входили две молодые леди! Две? Две леди. Это очень странно, потому что леди здесь только я. Хотя в вашем состоянии вы могли видеть меня и дважды. Когда я входила и когда выходила. Где же они тогда? Откуда мне знать, вероятно, в городе? Ладно, пойду поищу. Но если я не найду, берегитесь! В гневе я страшен! Что? Вы смеете мне угрожать? Ничего! Мадам, я совершенно трезв! Ха-ха! Ради спирты на целую милю! Мадам, я вообще не пью! Пойдите отсюда вон, ничтожный лгуничка! Что вы делаете, мадам? Дорогие мои, можете выходить, злодей ушел! Он ушел! Да! Много дел. Ах да, вспомнила, завтра меня ждет большая стирка. Какая стирка, Чарли? Тетушка хотела сказать, что завтра она собирается намылить голову своему банкиру. Да, за то, что у него очень острые ногти. Добрый всех! Как жаль, что вы не можете остаться. Мне бы так хотелось узнать вас поближе. И мне. Чарли так много об вас рассказывала, что я вас полюбила еще не знала. Пожалуйста, при нем не делай глупостей. А он мне тоже родственник? Не остри. Ты тетя Чарли и спроси. Милые леди, позвольте вам представить, мой отец, полковник Фрэнсис Честер. Внесите в этот. Мисс Эннис Пэтлайк. Она уже приехала. Чарли, представь свою тетушку. Да. Позвольте вам представить. Сэр Фрэнсис Честер, отец Джека, Донна Люсия, Дальвадорос. Счастлив познакомиться. Приятно. Я тетушка Чарли из Бразилии, где на кофейных плантациях много-много диких обезьян. И чучело. Что? Богатая. Мой сын говорил, что вы очаровательны, но теперь я вижу, что он мастер преуменьшать. Неужели? Какой у вас прелестный цветок. Ну, если он вам нравится, он ваш. Благодарю вас. Я его засушу на память о нашей встрече. Завтрак подан! Донна Люсия, отец, милые дамы, прошу. Могу я предложить?